Всем привет! Сегодня у нас обзор на Гаргула, прокачанного на максималку. Расскажу вам, что ему ставить, где его можно применять, какие чары, созвездия и питомцев. Так, ну вот наш Гаргул, который он был раньше. Его параметры смотрим. 720% урона у него было. Также лечил их там в течение 5 секунд, давал щит на 60% на 5 секунд и исцелял на 1440. Герой по себе был очень кайфовый, он в принципе есть кайфовый до того, как вышел ворожей. Вышел ворожей, он его заменил, так как ворожей более интересен в плане там бафов, дебафов, хилит намного лучше. Единственное, что там ворожей не дает защиту, так как Гаргул. Поэтому в некоторых локациях Гаргул все-таки еще будет использоваться. Я думаю, еще в дальнейшем он тоже будет использоваться, но он уже не так часто применяется, как это было раньше. У него есть облик, который дает дополнительно 10 тысяч жизней. Это уже у нас кибергаргул. У меня он именно такой. Давайте сейчас посмотрим на таблеточки на него. Так, ну, что у нас тут есть на сегодняшний момент? Атака 8094 плюс почти 9000. Жизнь 296 тысяч плюс 152. То есть в районе 450 тысяч у него жизни. Это танк. На нем стоит бастион 8-8. Плюс ангела поставил. Рунами у нас будет пятая ремка. Артефакт будет кубок, раскаленный доспех стоит, и в снаряжении он у меня собран вот так, уклонение плюс атака. Так, давайте посмотрим на его 12-й скилл, что он нам дает. Урон у нас уже 820%, а не 620%. Также, точнее не 720%, также лечит союзников 1640%, тоже выросло на 63%, дает снижение, то есть плюс 3% на 5 секунд. Но самое основное, что у нас прибавилось, начиная с 11 скилла, это кулдаун 6 секунд. У нас уменьшился кулдаун, и, ребята, это очень заметно. Это очень заметно на архидемоне с отражением. Одна секунда, вроде, казалось бы, немного, но это очень заметно. Поэтому, если вы хотите, есть смысл вкачивать, если у вас там нету много кулаков, есть смысл прокачать на 11 скилл. Если же у вас есть ворожай, то смысла вообще этого делать нет, лучше вкачать на максималку ворожай. Так, давайте по талантикам. Что можно ему ставить? Можно ставить бог войны, он будет не столько жить, да, он там будет больше сносить, но все-таки бастион себя показал на нем более универсальным талантом, так как он дает дополнительно еще жизнь, а он танк, то у него хорошая прибавка к жизни. Также можно ставить каменную кожу, делать из него танка. При его скилле, который еще понижает дополнительно, поставить в медальку, его очень сложно будет убить. Что еще ставят? Ну, для таких фарм локаций можно даже ремку поставить, тоже будет неплохо ему. Можно поставить огненную защиту, но это будет не топ. Топ для него — это все-таки бастион. По артефактам все зависит от локации. Он у меня зачастую стоит в кубке, так как он танк, еще плюс дополнительная жизнь. Снаряжение. Заходим, смотрим чары. По чарам, что ему будет хорошо? Хранитель леса вообще никому не советую. Талант хороший для забытой битвы. Дальше он как бы с таким кулдауном не подходит. Неплохо ему будет победный выпад, который будет дополнительно давать урон. Но это тоже при том условии, что вы будете его использовать где-то на подземках для быстрого прохождения. То есть такие локации, там где надо много. Также на лаве будет тоже неплохо себя показывать. Вот это смертельный приговор, там ослеплялка, для, тоже для PvP режима хорошо, но она ему не надо. Неплохо будет проклятое поле, которое дает дополнительно еще урон. Безмолвный выстрел, ну,
Это чисто если вы хотите, чтобы он быстрее включился, там, чем вражеский, где-то на забытой. Неплохо будет передача энергии, которая будет еще понижать дополнительно атаку цели. Это все, скажем так, самый топовый для него раскаленный доспех будет, так как он будет давать еще дополнительно 25%, еще дополнительно он будет наносить урон от ауры от раскаленного доспеха. Вот этот талант для него очень хороший будет. Так, по созвездиям, ну, как обычно, уклонение, там, плюс крит, уклонение. Ну, я поставил атаку, как бы не заморачивался, его не особо использую где-то. Так, ну что, поехали, посмотрим на него в рейде. Какой там у него урон сейчас будет. У нас дополнительно от судьбы у нас прокачался крит, уклонение. Ну, все статы у нас дополнительно прокачались. Сейчас покажу, какие. Мы сейчас просто потестируем. Если, конечно же, нас видите, вот доспех бьет, заборчик ломает. И прилично ломает. Ну, так, если взять вот навскидку. Даже против Рину он стоит неплохо. Я уже там щит поставил. Ну, нам стрелок, как обычно, не дает нормально зарядиться. Нельзя персонажа полноценно протестировать в рейде. Сейчас поищем еще раз становочку. Так, ну сейчас нереально просто кого-то найти без стрелка. Всех на базе, на защите стоит по-любому стрелок, на любую локацию. Так, что у нас тут? Опять стрелок, ну что ж такое? Да, сейчас будем полчаса щелкать, пока не найдем. Так, что у нас тут? Тут то же самое. База без стрелка, приди. Ну, давайте тут посмотрим ради интереса. Сейчас ему, конечно же, ну, вот он включился. Ну, а тут просто нереально, и тут стрелок есть. Просто unreal. Так, давайте еще посмотрим. Хочу где-то зацепиться, чтобы посмотреть урон. Так, стрелок есть. Бигфут. Это жесть. Если раньше можно было в рейдах нормально героя затестить, сейчас благодаря стрелку это такая проблема. Давайте тут попробуем. Видите, герой сам по себе имеет очень большую зону действия. Так, ну-ка. Вот он начал. Вот смотрите, как он там хранителя долбит. Жестко причем. Ну-ка, давайте еще так с магией посмотрим. Интересно урон посмотреть. Ну, хранителя он и один раз снес. Плюс он щит хранителя не особо там сильно убивается, я вам скажу. Так, смотрим против черепа. Вот сейчас более-менее нормально можно будет потестить. Череп против Гаргула. Ну, отхил у него 22 тысячи. Почему-то очень мало, не знаю. А, ну, в принципе, там, наверное, скорее всего, это урон черепа. Ну вот, против черепа в такой вот сборке он себе медленно стоит, прилично, круто. Ну, все благодаря тому, что, конечно, он собран на уклонение, но, как видите, череп по нас попадает, но ничего не может сделать. Так, там череп, по-моему, на 8-м скеле всего лишь, но все равно там урона хватает. Не проседает с бастионом. Плюс, конечно же, у нас ангел дает дополнительную защиту от хил. Но череп ничего сделать толком не может. 138 тысяч отхил от ангела идет. Да, неплохо. Видите, пришлось использовать магию для того, чтобы посмотреть. Так. Ну, я думаю, этот бой будет вечным. Череп просто не успевает. Благодаря тому, что еще у нас кулдаун меньше на 1 секунду. Это очень
Очень-очень даже неплохо. Так, хорошо. Тут все понятно у нас. Сейчас еще разок затестим. Так, ну-ка тут сразу включимся. Вот смотрите, какая зона. Ну, урон приличный, я вам скажу. Для такой вот такого расстояния. Так, против нас Влад Дракула. Урон держит. Вы смотрите. Дракула, там, стрелок. Хорош, хорош. Мне нравится он уже. Надо будет его потестировать на лаве. Правда, моей пачки его нету, но надо будет немножко пересоздать. Да, благодаря такому, конечно, такой зоне. Ну, тут понятно все. Тут быстро с ним разобрались. Так, ищем еще одну расстановочку какую-то интересную, чтобы можно было по одному герою. И пойдем на другие локации потестим. Так, ну вот что-то интересное вроде. Давайте попробуем отсюда. Ну, он, видите, сразу включается, долбит все здания. Так, смотрим. Череп, валька, тыква. Ой, да тут переоценили мои его возможности. Для того, чтобы он у вас хилил больше, надо ставить ему берс рунами, и это будет хороший отхил. Так, но мы ставим так, чтобы он сразу у нас включался. Ну, урон, как видите, в районе 30-40 тысяч наносит. Так, понятно. Все, короче, понятно. В рейдах мы его не затестим. Давайте посмотрим на него в подземках. Сейчас походим по подземочкам мелким. Так, кошмарка. Давайте 2-1 потестируем. Посмотрим, сможет ли он тут устоять против них. Ну, урон в районе 100 тысяч критом вылетает. Так, понятно. Тут все у нас понятно. Ну, смотрите. Выдержал? Выдержал все-таки напор. Так, а ну-ка, ангел, давай, 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 давай. Так, включаем морозочку. Ускорялочка. Самое главное, чтобы он сейчас снес разруху, потому что разруха нас сейчас хлопнет в два прихода. Ну, отхил идет. Неплохо, неплохо. Единственное, да, видите, разруху, конечно, с этого ула свалить очень сложно. Но простоял. Сейчас с другой стороны попробуем заходик сделать. Не хочу его тестировать с другими героями. Интересно так посмотреть. Ну, судя по урону, достойно, достойно. Сейчас мы попробуем на паладине. Я надеюсь, паладин нас не заваншотит. Так, тут у нас еще шапка. Так, смотрим. Ну и плюс нас еще бьют башни. Урон приличный. Стыковкой сейчас попробуем. Может, стыковкой нормально себя покажет. Разнесет всех. Так, собираем героев поближе. Так, химера. Ой, химера заваншотила вот так вот. Давайте поставим. Сейчас я уберу лишних героев. Посмотрим с тыквой, что у нас получится. Конечно, он тыкве будет мешать. Так, он есть. Тыква. Поставим тыкву, наверное, сразу. Так. И поставим дополнительный отхил карася. Так, побежали опять. 2-1. Я думаю, с тыковкой должны они затащить вдвоем. Сейчас мы так сделаем. Он также дополнительно тыкве. Вот тыква его разогнала.
щит ставим их. Ай, не успел, жалко. Ну, смотрите. Сейчас он еще под разгоном бегает. Немеренный, конечно, урон. Так, сейчас его, наверное, тут все-таки разруха опять добьет. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ай, не успели. Посмотрим бой против разрухи. Ну, конечно, разруха посильнее будет в подземках. Хотя, может, башнин мы разнесли нормально сейчас. Да, нам урона не хватит его все-таки убить. Но против разрухи стоит нормально. Отхила как-то маловато, 23 тысячи всего. Что-то я этого не могу понять. Почему так мало отхила? Хотя это, в принципе, не ворожай. Я уже привык к ворожаю, который наносит намного больше. Так, давайте еще разок тест проведем. Начнем со стороны разрухи все-таки. Так. Раз, давайте так попробуем сразу. Разгончик есть. Пошли. Пошли, хорошо, пошли. Смотрите, какой урон бешеный. Так, тыковку спасли нашу. Ну все, сейчас тыква должна зарешать. Давай, 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 разгон. Да, вот так вот. Без проблем. Мне понравилось. Давайте еще тестанем. Какой там у нас? Давайте 4. 4, 10. Тут у нас атлантов, конечно, много, но... Давайте попробуем. Вот тыковка набрала разгончик. Ай-яй-яй, заморозку мне там кинул. Вот так вот. Пробуем еще. Видос, как обычно, у нас обзор получится минут 30-40, но хочется уже посмотреть на возможности его. Надо все-таки сейчас атланты, если будут включаться очень быстро. Так, есть, давай, ну годно, я вам скажу. Так, атлант включился. Не успел, хорошо, застанили мы атланта, успели. Так, тыковка, давай, ну думаю, должны пройти, если сейчас мы, конечно, атланта быстро не зарядим. Не, нормально все. Вот вам неплохой горгул. Так. Есть. Что могу вам сказать? Ну, мне нравится. Конечно, это не ворожай, но... На подземочках он себя будет очень достойно показывать. Давайте пробуем еще. Возьмем сюда шапку. Не будем их одевать. Возьмем сюда хранителя, тыква. Кого там еще взять? Купидона давайте возьмем. И возьмем Минотавра, попробуем 6-10 затащить. С ворожаем, конечно, было бы попроще, но... Так, 6-10. Где там он? А, мы его даже сняли. Так, вот.
конечно, без вальки плохо, но... Ай, тыкву. Профукал тыкву. Очень быстро разгоняются в таком составе. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Есть, вот разгончик у нас получился на... Вот видите, шапка. Не вовремя я, конечно, кинул этот. Заморозку. Думал, что дерево еще простоит. Не добежали до демонов. Сейчас еще разок. В подземках очень хорошо его использовать. Единственный минус, он будет очень быстро уносить здания, которые рядом, возле тыквы. И тыква у вас не будет быстро разгоняться. Но это все зависит от того, какой прокачки у вас герои. Так, прошло, морозим. Ну-ну, отхил, где ж отхил? Минотавр что-то даже не бьет. Вот, наконец-то он ударил, шапка. Хорош, шапка, вообще красавица. Вот так вот, то есть, таким составом, конечно, проходить подземки, это за счастье, за радость. Давайте еще на 7. На седьмых ты станем сразу, что ли. Тут даже заморачиваться не будем. Сейчас сольемся. Все, горгулы первым слили. Шапка пошла в ход. Минотавр. 89%, 99-100. Даже без горгула справились, его сразу слили. Так. Давайте еще его потестируем, попробуем в королевской битве, посмотрим. Так, создать команду, изменить настройки. Посмотрим на его урон против пачек. Что у нас он сможет сделать. Также его еще один минус, он очень быстро заряжает. Это тоже большая проблема. Вот как раз против атлантов сейчас увидим, сможет ли он выстоять. Ну, я вам скажу, смотрите, под своим скиллом еще и против атлантов, которые там включаются, нормально стоит. Вообще просто на изи разобрал. Можно бегать против пачек с атлантами. Ну, урона как-то не знаю, маловато мне урона у него. Но под разгонами урон приличный получается. Ну и отхил, что-то я не могу понять, почему такой маленький, или я уже действительно привык к ворожаю. Но маловато. 23 тысячи всего лишь отхила. Давайте поставим. Потестируем, поставим берс. Так, на ком там у меня берс пятый стоит? Вот на черепе есть берс. Добавим урона и посмотрим, что у нас сейчас получится. Так, королевская битва. Как видите, он и без крита, благодаря судьбе, критует, и довольно неплохо криты проходят, поэтому вот крит прошел. Вот сейчас 25 тысяч хил, все равно мало. Завалили. Суккуб он заваншотил. Дедшот. Так, есть. Давайте еще на эту пачку нападем, посмотрим.
Сейчас дракон его даже атаку понизит. Так, 25, 8, смотрю. 10. Да, дракон включил свой скилл, но, тем не менее, справляется очень неплохо. 25 тысяч получается с Берсом плюс. Минус там 2500 получился у нас дополнительный отхил. Ну, не знаю. Ворожай, конечно, намного универсальнее, чем он. Но если у вас на начальном аккаунте он есть, его есть смысл прокачивать. Он очень помогает на четвертой лаве. Пачки ходят с ним, потому что он дает дополнительный щит. Также его на атаке в забытой во многих локациях можно использовать. В одной пачке ворожая, во второй такого горгула. Это будет неплохо. Так, давайте посмотрим. То я так и не посмотрел. Бонус судьбы. Да, вот у него добавился крит удар 80. Ну, это мало, конечно, но все же это дополнительно. Плюс сопротивление есть, уклонение, точность. Ну, я вам скажу так, что реально прокачав судьбу на 40-очку, вы вашего героя усиливаете очень прилично. В сумме там все эти статы потом очень-очень хорошо смотрятся на героя. Вот такой вот у нас был обзорчик. Пишите в комментариях, кого вам следующего сделать обзор. Герой того стоит, скажу так. Все герои стоят прокачки на 12. Просто все зависит от ваших возможностей, от прокачки вашего аккаунта. Ну, ему я бы советовал все-таки качать 11 однозначно. 12 это уже трата кулачков. Приличная, причем целесообразно ли будет она, это вы уже сами себе решаете, смотрите по своему аккаунту. Ну, я имею возможность, я прокачал, я доволен им. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.